традиции высоких гостей праздника встречались с хлебом, солью. Глава Сочи Анатолий Пахомов и представители власти Минска со сцены приветствовали гостей ярмарки и дали официальный старт ее работе. После делегация отправилась к прилавкам оценить представленные товары. На стендах все, чем славятся производители из Белоруссии. Молочная, мясная продукция, сладости и знаменитый трикотаж. У прилавков очереди, все можно было не просто купить, но и попробовать. Покупатели остались довольны. Очень много белорусских товаров, очень уважаемые, поэтому сюда пришли. Вот. Очень нравится и молочные, и шоколадные у них, ну вообще и трикотаж. Хочется еще друзьям показать, рассказать. Обзвонила всех, чтобы пришли, послушали и попробовали, купили. Так что спасибо организаторам. Уже осматривая ассортимент выставки, Анатолий Пахомов и делегация из Белоруссии на месте договариваются. Качественная продукция из дружественной республики должна быть обязательно представлена на сочинских прилавках. Наша продукция сегодня, мы считаем, высокого качества. И цена довольно приемлемая для того, чтобы быть на прилавках магазинов в Сочи. Уже здесь буквально первый час работы ярмарки мы приняли решение, что буквально завтра пригласим всех руководителей наших оптовых предприятий, пригласим руководителей магазинов сетевиков и предложим, чтобы они на самом деле заключили договора на поставку продукции из Республики Беларусь, потому что мы видим, что жители нашего города очень этим довольны. Впрочем, мэр курорта не просто познакомился с белорусскими товарами, но и рассказал и подарил гостям продукцию, которой славится Сочи – чай и мед. Черный, это красный, желтый и зеленый. И самый северный чай. Ярмарку продажи белорусских товаров в Сочи открыли в рамках второго форума регионов Беларуси и России. Главной его темой станет вопрос единой промышленной политики. Уже завтра состоится открытие форума с участием президентов двух стран. Планируется подписание более сотни соглашений. Что касается выставки, она продолжит работу до 18 сентября. В программе продажи белорусских товаров, дегустации и выступления народных коллективов. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.